Всем привет, ребятки! Ну вот, как видите, наконец-то и мне повезло. Взял я себе лича, у которого будет оружие Брама Куа. Скажу вам так, мне, конечно, не повезло с первого, со второго, с третьего, с четвертого и даже с десятого раза. Вот где-то два дня я хожу раз, наверное, по 10 в день. И только вот за 20-й раз, наверное, за 20-й поход мне наконец-то выпала эта Брама Куа. Я фростом пошел и его, как видите, нашел. Так что интересно, кому с какого раза она выпадала, напишите в комментариях. Кто счастливчик, кому с первого, со второго, а кто до сих ходит, не может выбить ее. Но я же говорю, мне, ну, за 20 раз точно, может 20, 21 где-то, 22 раз. Очень много я бегал за ней. И наконец-то она мне вылетела.